Привет, мои хорошие, мои друзья! С вами канал Артмания. Хочу вас сегодня поздравить с 8 марта, женским днем. Мои хорошие девочки, девушки. Женщины, это будет грубо уже сказано, поэтому девушки, мы все с вами все-таки девушки. Вот, пожелать вам хочу здоровья в первую очередь, добра, конечно же, счастья. В семейной жизни счастья, счастья вашим родителям, здоровья вашим родителям также. Вот. Много чего хочу пожелать, но в голове никак это не формируется. Вот. Самое главное – здоровье. Будет здоровье, будет все. Также дико извиняюсь перед мужчинами, я не записала ролик на поздравление с 23 февраля, так как у нас работали соседи целый день, вернее, делали ремонт целый день, и был такой дикий звук, жужжание, что вечером просто болела голова. Вот, вас я тоже в этом же ролике поздравляю с 23 февраля, если вы меня смотрите. Желаю вам также счастья, здоровья, здоровья самое-самое главное. Мужчинам здоровье, мне кажется, это на первом месте должно стоять. Вот. Ну, добра всего-всего такого самого хорошего, чего вы захотите сами себе пожелать. Вот. Поздравила вас. Очень хотела, очень долго думала, как, что. Наконец-то поздравила. И хочу сделать маленький обзорчик. Я сейчас Димочку отвела к бабушке, к маме. Вот. Вернулась домой, зашла, как всегда, в магазин. Но в этот раз я купила всего 3 предмета. Никогда этого у нас с вами было, там целые сумки. Вот, я купила самое такое нужное, самое необходимое. Вот, я купила такую вот штучку. Так, меня не видно, а вот. Это, короче, чтобы делать суши. Там 10 листов, а в Перекрестке она стоила 120 рублей. Я в Перекресток пошла. Вот. Ну, со скидкой, я думаю, может быть, когда-нибудь я все-таки соберусь, потому что я хочу что-нибудь такое сделать оригинальное. Ну, вместе с вами мы будем делать. Также я купила вот такие вот отруби, хрустящие, ржаные. Вот, здесь по углеводности гораздо меньше, чем в пшеничных. Но пшеничные берут больше. Я взяла эти. Как раз я еще пока что на диете. И попробуем. Вместе с вами, кстати, да, обязательно с вами попробуем. И также я купила вот такую вот баночку. Это конфетю, по-моему, это так называется, апельсиновая. Стоила она 150 рублей и 200 без карточки. Кто без карточки приходит, она дороже, ну, как в ленте. Вот я взяла со вкусом апельсина, но я еще хочу взять со вкусом инжира. Инжир, в принципе, мне нравится, но я не пробовала из него варенье там или вот что-то такое. Я не пробовала, поэтому хочу вот инжира взять. И также там есть персик, груша, ну вот апельсин, и все что ли. Не помню, короче, как-то так. Тоже будем пробовать вместе с вами, но это только уже после диеты. Я пока что еще сижу, планирую сидеть на диете до 17 марта. Как раз у меня получится 2 месяца. А там будет видно уже. Наберу я сколько-то на 8 марта килограмм, наберу, не наберу. Вот. Это будет от этого уже известно. Если не наберу, значит поменьше. Если мне удастся не набрать. Хотя не знаю, может быть немножко. Не знаю, короче, видно будет. Вот. Снова всех поздравляю с 8 марта, с прошедшим 23 февраля. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Огромное спасибо за ваши комментарии. Ой, так пахнут эти отруби, классно. Аж слюнки потекли. Вот, все, и всем пока-пока.